Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 15 июля 2020 года. В этом месяце мы продолжаем наши субботние встречи, прогулки по допотопной Москве. Очень много интересных объектов есть во дворах и не только арбатских. Этот фильм посвящен арбатским переулкам, фрагменты наших прогулок. Но многое показывать нельзя. Практически никакие самые интересные объекты показывать нельзя, иначе моментально эти остатки, останцы начинают закрывать, сносить. Поэтому их можно увидеть только вживую. 18 и 25 июля проводим интереснейшие маршруты по Москве допотопной. Показываем фрагменты допотопной архитектуры, нестыковки официальных версий. Заявки присылайте на почту sozanie21vek@yandex.ru. Она будет дана в описании под фильмом. Нам встречаются разные работники, мигранты, которые работают у нас в столице по приглашению, насколько я понимаю, рабочие. Есть очень контактные, доброжелательные, помогают нам в поисках истины. А есть вот такие, всего боящиеся, которые закрывают дверь перед носом в подвал. Я успела заглянуть вниз, там идет полноценных 1,5 этажа, 7 метров. Вот в чем проблема? Да. Почему нам нельзя экскурсии посмотреть подвал старого дома? А в чем проблема? Что у вас там? У вас там что, бомбы-то? Что там прячется-то? Наркотики или что, да? Почему нам нельзя? Я ремонт делаю, понимаете? Ну, вот, и мы посмотрим. Делайте, мы вам не мешаем. Делайте ремонт. Делайте свой ремонт. А зачем видео тогда? А затем? Да просто для дома, понимаете? Дайте нам сфотографировать подвал, мы вас не будем показывать. Дайте. Ну дайте, не бойтесь. Да не бойтесь. Я вас показывать не буду. А так покажу. Да я вообще не покажу, откуда это. Никто не будет знать, откуда это. Хорошо. Не бойтесь. Тогда покажу. Вот так вот. Я уже его сфотографирую. Кто нам запрещает смотреть? Да. Вот так они теперь разговаривают. Вот так они разговаривают, да. Ходи. Выходите отсюда. Вот, кстати, останец допотопного дома имеет глубочайшие подвалы, засыпанные, и частично оставшийся после какой-то катастрофы фрагмент здания. Узкий подъезд. Так и оставили, приспособили. А к нему уже потом пристроили другое, более современное здание. Деталь, что в декоре этой станции нет темы войны. Только была одна очень интересная деталь, что поднимаясь по эскалатору, вот где вы сейчас все поднимались, вот в этой арке... На арбатском маршруте к нам присоединился и известный блогер Евгений Макаров, дополнил своими знаниями наши исследования. Спасибо, Женя. Изолятор, поэтому изолента здесь не нужна, изоляционное, да, покрытие. А их здесь еще должно быть? А вот эти шины, они прямо так идут, вот голые, то есть не покрытые ничем, прямо в кирпиче, потому что он сам по себе, вот глина, она изолировала излучение земли в большинстве, поэтому сейчас везде 1 вольт всего, в любом случае, воздух, и вода, там, земля, то есть просто изолировали весь потенциал. И там разрушен дом. Посмотрите, крыша. Ну, просто соединение. Прикрыто, чтобы дальше не разрушался. И вот это странный очень кусок. Вот смотрите, кусок странный, ограды, да. Ограды и какой-то бетонный тут. Он же телепорт оказался. Мы это в части земли. Вышли они где-то в Канаде, короче. Долго возвращаются. Ну да. Мы туда не ходили, это уже наши девочки. Разведчики, да. Ух ты. Рассказывал такого типа винтовой лестницы. Вот там, да, в том доме. Куда? Туда не надо ходить, туда надо ходить.
А там что? А мы сейчас там, туда там пойдем. Прозрачный потолок. Смотри. Сейчас сначала. Это черная лестница. Получается черная лестница. А тут... А это парадная, да? Да. А люстра, кстати, такая, помнишь, мы ходили в музей 1925 года, якобы она в кабинете Прохорова висела, вот сами стали. Такая же, да. Да может и висела. А может это музычка? Почему, говорит, надо закрыть вход, парадный вход в Пречистенке и ходить через черный ход? Маркс против. Да. Здравствуйте. Спасибо большое, спасибо большое. А там внизу был, да? А я не помню, что там внизу? Там дверка еще, она закрыта, там еще ниже. Дверка ниже, все плохо. Я в соседнем доме работал, на два этажа вниз был, да. Винтовая лестница к туалету наверх. Вот так вот. Он как бы получался посередине. Угу. А туалет наверху, да? То есть там все засыпано. Где-то непонятно, где даже находился. Вот скажите, в каком доме? Вот 21-й дом, вот этот вот трехэтажный, где вот маленькие такие вот. Вот я работал в 90-х годах. Два этажа вниз идет, вот там у нас складские помещения были, все. А потом вверх винтовая лестница, уже пристроенный современный туалет. Кто-то это, ну, сделал там, это, конечно, не того времени. А этажи вниз, они примерно по высоте какие? Полноценные? Ну, почти полноценные два этажа. Ну, полтора точно. Хорошо. Гуляем мы обычно по несколько часов, очень много, ну, где-то в районе 6 часов, вот так вот получается. Проходим где-то 8-10 километров, сжигаем очень много килокалорий, но всегда остаемся довольны, счастливые, потому что находим, даже мы уже будучи знаем, вот с Ниной мы ходим по этим маршрутам, много чего знаем, все равно каждый раз мы открываем что-то новое, новые доказательства катастрофы 19 века и более ранних, о том, что Москва буквально на костях стоит. И вот в одной из таких прогулок мы все-таки подошли к дому мастера, поскольку у меня несколько фильмов есть по булгаковским местам, ну как было не подойти к дому мастера, где жил мастер в том самом подвальчике. Это здесь у нас мастер жил, да, получается? Благодарю за просмотр. Конечно, вы понимаете, что это не полноценный фильм исследования, это просто я вам показываю фрагменты наших прогулок, а потом идет большая кропотливая работа с документами, с материалами, с архивами для того, чтобы связать нити черной аристократии, которая здесь поселилась во второй половине XIX века. Но следы мы ее нашли. Очень много интересного, все переплетено, весь Бамонт и конца XIX, начала XX, а также советский Бамонт, они все, в общем-то, связаны с этой черной аристократией, и живут они где-то в одних местах приблизительно, и семьи их переплетаются друг с другом, женятся они. Там все это очень интересно, но требует в будущем большой кропотливой работы для того, чтобы довести это до зрителя. А пока там тем, кому действительно интересна наша история, допотопная, настоящая, не такая, как официальная, приходите на наши прогулки. Будет очень интересно. С вами была Галина Конышева. Делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал. Всех вам благ, все будет хорошо и отличное настроение вам всем.